Согласно плану учений, в 8:30 утра группа вооруженных преступников напала на стоящую пристани села Константиново прогулочный теплоход. После этого он начал движение в сторону областного центра. В ходе телефонных переговоров злоумышленники потребовали доставить в Рязанский речной порт группу осужденных за преступления террористического характера. Их хотели обменять на заложников. Вскоре захваченное речное судно подошло к шлюзовой камере гидроузла «Кузьминск». Террористы выдвинули требование обеспечить беспрепятственное шлюзование и пропуск теплохода для дальнейшего следования по реке Ока. От ведения переговоров они отказались. Во время пропуска захваченного речного судна в шлюз плотины проведено боевое мероприятие, в результате которого преступники были нейтрализованы. После этого ликвидировали очаг загорания и разминировали объект. Заложники были освобождены. Пострадавшим оказана медицинская помощь и организована доставка в Рыбновскую районную больницу. Учение продемонстрировало готовность оперативного штаба в Рязанской области к планированию и проведению контртеррористических операций на территории региона. В мероприятии были задействованы силы и средства региональных управлений ФСБ, МВД, МЧС, ФСО, ФСИН, Росгвардии, Следственного комитета Рязанского линейного отдела МВД России на транспорте, Рязанского гарнизона, правительства Рязанской области и администрации Рыбновского района, а также сотрудники гидроузла «Кузьминск».